Фух. Надо же, впервые девушка пригласила. Говори, что ты знаешь о черном камне души? В трех камнях Родривы заточили великие воплощения зла. Для чего нужен этот? Я скажу одно. Велиал не зря его боится. Оставьте ее! Спасите! Лия, доченька, ты знаешь, кто я? Милая моя, я всю жизнь приглядывала за тобой, но боялась приблизиться. Это бы подвергло тебя лишней опасности. Сейчас не время для разговоров. Перо. Неужели Декарт никогда не рассказывал, почему я тебя оставила? Он знал, что я была призвана на борьбу с владыками преисподней. А я знала, что он позаботится о тебе. Его больше нет. Тогда нас воссоединила сама судьба. Мы с тобой ведем одну войну. Судя по Хародримским манускриптам, в этом мире осталось только два воплощения зла. Белиал здесь, в Халдее. А где сейчас Азмодан, никому не известно. Гвардейцы допрашивали тебя об этом черном камне души. Помнится, я как-то встречала упоминание о нем в дневнике дяди Декарда, но я не обратила на это особого внимания. Мы спасли мать Лии, ведьму Адрию. Она рассказала нам о черном камне души, с помощью которого можно уничтожить последних владык преисподней. Я найду его, и если боги будут благосклонны, он поможет нам в битве.
Дай-ка подержать. Только что вернулся с очередной прогулки по акведукам и принес с собой кое-что новенькое. Надеялся, что моя семья сможет. Иди, Илнан продает только самые лучшие товары. Ужас! Эта женщина ходит в канализацию, как к себе домой. Что за вонь? Это от тебя, что ли? Уж точно не от меня. Выслушай меня. Я не смогу долго говорить. За мной постоянно следят стражи Белиала. Император Хаган? Я прошу прощения за мое поведение во дворце. Стражи убили бы меня за любую попытку выказать тебе свое расположение. Но теперь я попробую тебе помочь. Ты, должно быть, направляешься в оазис. Я открою ворота. Thank you.
Тебя не раздражает этот запах? Переживу. Уже привык? Ты никогда не бывала в воровском притоне, да? А здесь не так плохо, правда? Не представляет труда уследить за перемещением опасных противников, которые передвигаются по земле. Однако кровокрылые парят высоко в небе и не ведают жалости к своей жертве. Эти птицы с багровыми крыльями выжидают возможность застать добычу врасплох, а затем стремительно бросаются на нее сверху. Как только заметите их тень на земле, сразу же ищите укрытие. В Вальросском манускрипте говорится, что Азмодан – самый одаренный полководец среди демонов. Он одержал множество побед над ангелами и пандемонией в ходе извечного противостояния, а также одолел великие воплощения зла во время войны между демонами. Если владыка греха решил вторгнуться в наш мир, то нам грозит великая опасность. Пожалуйста, не убивайте меня! Спасибо тебе. Я уж думал, что мне конец. Я выгребаю мусор из акведуков, чтобы питьевая вода не загрязнялась. Платят за это мало, зато я нахожу много добра на продажу. Вот, взгляни. Вот это да! Сейчас будет живая лучшая! Духа недостаточно! Представляю на суд читателя результат своих изысканий о природе дюнного дервиша. Это должно развеять всякие сомнения о значимости моих исследований. Я потратил много лет, чтобы узнать, что же на самом деле представляют собой эти загадочные смертоносные создания. Мне удалось установить,
что это проклятые останки магов, некогда призвавших демона, с которым они не смогли совладать. Силы возвращаются. Благосклонны. Я одну даму из Халдея. Она была прекрасна, как рассвет. Почему же ты ее оставил? Не хотел дожидаться заката. Простаки из торгового консорциума даже не подозревают, я что я тащу общественные деньги из их запасов. Я буду прятать награбленное здесь, чтобы никто его не нашел. Уже скоро я вернусь за своим сокровищем и сбегу из этой чертовой пустыни на спокойные просторы Запада.
Мои раны затягиваются. Сейчас будет заварушка. Тебе не войти в акведуки, но ты заберёл танкер твоей крови! Я пока не могу это открыть.
Три столетия тому назад Халдей был гораздо меньше в размерах, и его жители могли брать воду лишь из небольших колодцев. Затем пришел Талбур, который предложил показать горожанам путь к затерянному в пустыне оазису. Взамен он попросил, чтобы его именем навеки назвали Ашанте. После он скрылся в песках. Тала, пустых черепов. Мы пришли к согласию. Отступника Кула нужно остановить. Он пытается воссоздать камни, чтобы использовать их силу в своих целях. Он жаждет завладеть могуществом небес и преисподней.